В столице проходит крупнейшая центрально-азиатская конференция космических технологий. Более 250 представителей космических корпораций, агентств и комитетов из 10 стран мира обсуждают широкий круг тем, выступают с презентациями о развитии рынка Space Technology, сотрудничество с другими странами и частными компаниями. В репортаже Кристины Зуевой. Космические технологии открывают огромные возможности для экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды. Потому проведение Space Technology Conference так значимо. Основная задача – это принести космические технологии в Узбекистан, в отрасли, в бизнес. Основные еще направления являются это образование, создать некую воронку для того, чтобы у нас больше было технократов, а также понимали все эти новые технологии и внедряли их в нашу жизнь. Для Узбекистана эта конференция, несомненно, важна, так как у вашей страны нет собственного спутника. Эта площадка поможет ускорить процесс спутников установок, чтобы ваша республика стала полноценным игроком космической орбиты. У вас огромный потенциал для того, чтобы построить большую космическую индустрию. Наша компания занимается производством спутниковых систем, оборудования. Будем рады, если вы будете сотрудничать с нами. И таких предложений о партнерстве прозвучало немало. Интерес участники выражали в самых различных сферах. В том числе в сельском хозяйстве проводится большая широкомасштабная работа по цифровизации отрасли, а также применение геоинформационных технологий. И преимущество данной конференции – это общение компаний, которые предоставляют услуги и свои технологии в данную сферу. На полях конференции также объявлено о том, что Узбекистан начнет подготовку к отправке собственного спутника Кубсата. Отчасти он будет собран руками наших специалистов, которые мы сейчас готовим. И он будет иметь два назначения. Одно – это дистанционное зондирование Земли для того же сельского хозяйства, водного хозяйства, а также научно-техническую значимость. Мы находим эту конференцию очень успешной и хорошей платформой для общения с нашими партнерами. Узбекистан развивает космическую отрасль очень хорошими темпами. С космическим агентством Узбекистанской Республики у нас имеется очень хорошее партнерство. Мы работаем в основном по развитию технологий спутникового мониторинга. Мы даем посыл всему миру, то, что Узбекистан открыт. Он открыт новым технологиям и инновациям, и мы полностью заинтересованы в привлечении, в сотрудничестве, в партнерстве в сфере космических технологий. Интерес имеется. По отношению к прошлому году у нас увеличилось на 45% интерес. У нас увеличилось количество официальных лиц. Новая космическая экономика – глобальный тренд, основанный на технологических инновациях и определенной бизнес-модели. В целом конференция открывает возможности развития важных отраслей, поднять их рентабельность, улучшить структуру работы.